Всем привет! Решили сегодня выходной день выйти с семьей на прогулку. Сейчас гуляем по набережной, смотрим, как рыбаки рыбку ловят. Там Кирюшка с папой идут. Вот, так красиво, так классно, свежо. Ну, я вообще Днепр люблю, обожаю. Это, наверное, самое спокойное и прикольное место, которое есть в городе Киеве. Ну, ты можешь поздороваться тогда. Привет. Привет. Мама, вот так, да. Это как? Это я вчера с девочкой... Я вчера с девочкой делилась конфетами. Она их все взяла в рот и начала сосать. Подавилась? У нее вот так, весь язык был красный. У меня сейчас зеленый. Прикольные конфеты. А, сейчас покажи свой язык. Что, не заела? Ну давай же, показывай. О май гад! Кира наела зеленки. Ой, посмотрите, какие. Это кто, кувшинки, лилии? Лилии. Не, лилии. Это кувшинки, да? Класс. Боже, их тут так много, какая красота. Только лилий совершенно нет. Ну, кувшинки тоже прикольные очень. Кирочка решила намочить ножки. Все, капец. Испугалась? Нет, волны закончились. Волны закончились. Ой, смотри, там даже остров есть. Посидеть. Она совершенно не боится. Такая прикольная. И вот мы с ней сидим вдвоем и отдыхаем. Решили заняться паркуром. Паркур это называется, да? Нет, это называется «Я люблю стену». У меня не получилось. Сейчас пробует Кирюха. Ой, аккуратно. Знаешь, что тут надо не в босоножках делать? Это надо в кроссовках. Молодец, почти получилось, теперь можно идти. Порвала босоножечки. Нет. Ну что, папа, у вас получается? Да, рассмешить меня. В общем, мы идем дальше. Получается, меня очень здорово. Тут уже чистее водичка, меньше рыбаков. Смотрите, кого мы увидели, уточки. У нас нечего даже покушать вам дать. Красавец. Ну, ой, наш папа, как всегда. Короче, у нас Кирюха все-таки наш паркур не обошелся без приключений, да, Кирюха? Она все-таки порвала свою босоножку, но это не страшно. Но у меня, я наступаю на эту студию, которая высказалась. И получается, я должна убегать. Ну, главное, что мы сегодня хотя бы хоть как-то доходим. Если что... Тут босиком. В общем, мы хотели покататься на Киевское море, и у нас не получилось. Поэтому мы сейчас идем за мороженым. И куда? И в кинотеатр? На какого-то там принца? Да. Маленького, сонного. На маленького принца? Ну, я не знаю, где какой принц. Какой-то принц. Какой-то принц. Если маленький принц, я люблю. Да. Все, тогда идем. Только сначала чур мне мороженое. Чур. Я очень сильно хочу мороженое. А я не хочу. Я все-таки себе купила мороженое. Мы пришли к фонтанчикам. Только непонятно, почему Кирюха не купается. Посмотрите, какой тут класс происходит. Сейчас посмотрим, почему она не мокрая до сих пор. А мороженое Макфлури я просто обожаю. Сникерс. Кирюх, я не поняла, почему ты сухая? Она уже высохла. Ты уже мокрая? Ну и как водичка? Супер! Так, это мое мороженое. Да. Она проверит, какое тебе приготовили, вкусное или оно нет. Оно или не оно? Да. Не оно. Ну как, не оно? Нет. С
все, тогда это мое. Я буду кушать свою любимую осинку с мороженым. Рюха убежала бегать в фонтан. Смотрите, посмотрите, посмотрите на нее. Иди свежо и хорошо. Сейчас меня мама унимать будет. Мама! Доча, и как мы теперь такие красивые поедем в кинотеатр? Пусть вот так вот. Красота. Вон тут куча детей купается. Все отдыхают. Мы ждем папу. Сейчас мы идем смотреть какое-то детское кино. Тут было награждение актрис молодых. И вроде бы, как сказали, сейчас будет фильм. Вот под этим вот навесом. Сейчас посмотрим, что, как и зачем. Пошли, узнаем. Я просто чувствую себя как на премии. Афиша, вот. Красная дорожка. Ты меня с красной дорожки сбил. Зато Кира пошла. Кира, таких не берут на красную дорожку. Вот здесь вот будет кино. Афиша где? Давай. В общем, мы уже пришли. Сидим, ждем, пока начнется кино. Вы знаете, что я только что узнала? Что у меня Кира знает румынский язык, оказывается. Фильм будет на румынском. Она говорит, я знаю. Румынском. Она сейчас будет нам... Она сейчас будет нам переводить. Румынском, а не румынском. Да какая разница? Я ни тут, ни тут не знаю. Для папы с мамой будут субтитры. А Кира у нас знает этот язык, нормально, опять. Не досмотрели мы даже середины кино, потому что все заснули. Я, по крайней мере, вообще просто выключалась. Кирюшка тоже почти спала. Кирюш! Кирюш! Намочиться не хочешь пойти на дорожку? Нет, не хочу. Не хочешь, а я бы пошла бы. Про как бы искупалась. Я сейчас иду туда за то, что мне должны дать мороженое. Мы передумали ехать в кино, и мы сейчас идем в лес. Что делать? Вот, смотрите. Мы сейчас будем в лесу заниматься выжиганием. Я хочу Кирюхе показать, что это такое. Она говорит, я знаю, мама, я знаю. Но я уверена, что она не знает, как это прикольно делать пожар. Пожар делать не надо. Ну, конечно, мы пожар делать не будем. Но Кирюха мне говорит, мама, ты как маленькая, ты как маленькая. Я как маленькая. Хочу сейчас продемонстрировать. Вспомнить детство, как это мы делали. А, еще посмотрите, я себе наконец-то купила очки. Идет мне или не идет? Вы знаете, да, наверное... Да, пишите в комментариях, потому что за все свои много-много лет, я не буду говорить, сколько мне. Но это первые, наверное, очки, которые я купила, и они мне более-менее понравились. Вот так вот. Так что... Хо-хо-хо. Кира! Хо-хо-хо. Сделай так тоже. А Кира себе купила пульверизатор. Для чего? Для того, чтобы брызгаться сейчас? А мы сейчас наберем в него водички и будем... Вот так вот. В тебя! В меня, да? Да, чтобы я... Все, кто попросит. Чтобы убрать мое помутнение о пожаре леса. Короче. Да, 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 это для тушить пожар. В общем... Мы такие вот люди сообразительные и... Правильнее. То есть, да. Если пожар, то нужен огнетушитель. Я буду пожар делать, а Кирюха будет пожар тушить. Мы не будем его делать, мама. Да, все, пошлите с нами. А еще по дороге нашли вот такую деревяшку, чтобы ее полить, потому что Кира очень сильно переживает, что в лесу будет пожар. Потому что мама очень разбалована. Тут работают насосы, которые воздух. Кстати, хорошо, что мы купили второй пульверизатор, потому что если мне хотела Кире сделать прическу, а в том пульверизаторе, который у нас дома... Оказался случайно сульфат магния. Химия для растений. Поэтому это даже очень хорошо. Так, мы пытаемся найти где-нибудь магазин. Доб...
добрый дядя по дороге дал нам водички в пульверизатор. И теперь все очень счастливые и довольные, брызгают друг друга. А на меня можно? Да. А-а-а, как хорошо и приятно. Делай так! А что у тебя с рюкзаком? Все, вот, смотрите, продукты. Нам как раз сюда. Все балуется, 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 балуется со своими. Так, у меня есть защитное стекло. Я теперь защищена. Тихо, так нечестно. Ого, какое у тебя лицо большое становится. У тебя в любом случае оно большое. Даже если ты мне его мочишь. Так, все. Честно. Учим вот ребенка выжигать. Оно должно быть в плоскости, не бок, не так, не так. То есть оно должно быть круглое. Видишь, собирается. Присядь, присядь. Ты должна найти, Кирочка, солнечный лучик, да. Смотри, вот, он должен быть круглый. Держи. Вот он. Круглый, да? И максимально маленький. Смотри, ты сейчас пух должна запалить. Можно немножко подальше, и все, я да боюсь. Да не бойся, ты чего? Все, папа. Ну, то есть главное точечку сделать. Чем меньше точка. Поняла. И так делаются, пожалуйста. Вон точечка, видишь, что ты будет сейчас. Да. Отходи подальше. Угу. А теперь не... ближе. Ближе, ближе, ближе. Вот так, а теперь делай так, чтобы у тебя получился кружочек маленький. И попробуй ближе его. Плоскость к стеклу, к солнцу. Во-во-во-во-во. Вот, а теперь отдаляй. Не, приближай. Или приближай, что там, я не знаю. Отдаляй. Вот. О, смотри. Видишь, у тебя какой огонек получился? Ладно, сейчас. Вот оно. Короче, учим ребенка делать пожар. Прикол. Это не пожар, пожар. Это не пожар, это больше, мне кажется, научить в плоскости ориентироваться. Ты должна этим и так регулировать, и к солнцу. А теперь давай попробуем установить. Если вот так, да, когда полностью к солнцу, оно получается круглое. Как я в детстве любила это делать. Наша прогулка заканчивается, мы уже идем потихонечку домой. Что я хочу сказать? Всем пока-пока. До скорых-скорых встреч.